Столицей нашей страны карагандинский «Шахтер» будет принимать команду «Кайсар». «Кайсар» выставил такой состав. Вратарь Александр Григоренко, номер 16, 9 Владимир Аржанов в этом году. Оля в воротах капитанской повязкой сегодня будет действовать. Игорь Шацкий, номер 30. Под шестым номером Эльнур Мангуткин, 8 сегодня. Можно смело назвать этот матч за шестое место. Вот мы видим уже с мячом. Ну и даже первым у мяча ему удается быть. И можно пробить поворотом. Мимо. Один набирает скорость на правом фланге. Есть поддержка от Сергея Хижниченко. Но не может его атакуют. И пока ему, конечно, тяжеловато. Прострел. Хороший удар поворотом. И Григоренко на месте. Как здорово сейчас было. Повезло, откровенно, сейчас кызылординцам. И Александра после того сейва не представлял. Вот здесь здоровский прострел, и практически в упор простреливал Чижниченко сейчас Григорий. Это окружение, можно подавать в штрафную. Прострел, удар поворотом мимо. Все очень здорово, но вот неточность опять в очередной раз подводит карагандинцев. И как здорово сейчас передачу отдавал. Перекидывают Шацкову, мяч штангу угождает. И вот тут уж пассивно действовали защитники Шахтера. Вот здесь можно было, конечно, догонять, но с другой стороны. Соорудить атаку, правда, передача на Байжанова, уходит от Зоки. Удар поворотом не сильный. Он со скамейки запасных. Отличный штангу можно бить. И здесь не секундой ранее Лайнсмен поднял. И потеря, и можно бить отсюда. Прострел, и мимо опять мяч пролетает. И счет по-прежнему не открыт. Не сильный заброс штрафной. Удар поворотом, и 1-0. Здорово, все-таки нашли свой гол в первом тайме карагандинцы. Пытались, и вот только сейчас сумели это сделать. А как здорово сейчас набежал на эту передачу футболист. Еще разок посмотрим. Вот и прострел, и здесь, если я не ошибаюсь, Стефан Зошек, да, это был. И открывает счет в этом матче. Шахметов такую здоровскую передачу отдал. Здесь Дабдель Ла-Манша мяч. Подача на ближнюю штангу. Удар поворотом, опасно как было. И чуть выше сейчас мяч над перекладиной ворот. Ну и вратарь, конечно же, Ярослав Бакинский еще в обойме есть. Подача, штрафной удар. Не сильный. И Григоренко мячом. Валентин Чуреев и 77-й Тохтар Жангылышбай. В первом тайме запомнился тем, что заработал желтую карточку. И удар карагандинца поворотом. 2-0. Как здорово! Милан Стоянович. Пушка буквально сейчас его выстрелила. И Григоренко практически без шанса. А карагандинцы, можно еще раз этот момент посмотреть. Здесь практически протащил центра поля и сходу пробил, увидев то, что Григоренко далековато вышел из ворот и в итоге в дальний угол зарядил. 2-0, Стоянович. Здесь даже было видно, как глазами налипнул. Но тем не менее мяч у кызылординцев, и можно наносить удар поворотом. Шацкий на месте. Правда, не очень удачно он сейчас. Шахметов у мяча. Все-таки Валента наносит удар поворотом выше. И здесь можно сделать и набить штрафной. Удар поворотом даже сумели нанести и схватили сейчас за свисток. Нет, это все-таки да. Максат Байжанов. Удар поворотом. Как здорово. Ру. Камара второй этаж за собой оставляет. Байжанов, одно касание, Жангылышбай убегает против Шацкого, обыгрывает, и 1-2. Тохтар Жангылышбай все-таки забивает в сегодняшнем матче ворота той команды, которая его... Вот здесь сейчас на повторе посмотрим, и как изящно Тохтар Жангылышбай перекинул Игоря Шацкого и не дал последнему уйти с поля сухим. Ну, но тоже Жангылышбай сегодня и на поле. Как-то уж очень легко его мяч отобрали. Удар поворотом. И Шацкий не очень уверенно, но... Ну да, Кайсар, конечно, после гола Тохтара Жангылышбая. Марат Шахметов. Мангуткин слева. Ну, Шахметов сходит в штрафную и решил он пробить поворотом Григоренко. И сразу вперед. И
Вот здесь ударная позиция. Можно бить по воротам. Игорь Шацкий. Там, правда, был уже 4,5 компенсированная минута прошла. И вот арбитр оповещает нас о том, что карагандинцы добывают очень важно.